Привет, друзья! Российский доработанный рэп РБ-504ПЭ, предназначенный для борьбы с дронами, был показан на международной оборонной выставке «Квидекс-2025» в Багдаде. Устройство рэп рассказывается в конце видео. Рэп РБ-504 был проверен в реальных боевых условиях. К нему проявили уже интерес 10 стран. Особенность рэп – противодействие не только одиночным БПЛА, но и рою дронов. Рэп РБ-504 предназначен для обнаружения и радиоэлектронного воздействия на каналы управления и передачи данных БПЛА и их приемники GPS-сигналов. РЭП может подавлять каналы связи дронов на частотах от 420 до 5850 МГц, на дальности до 3600 метров. Подавление каналов спутниковой навигации дронов осуществляется на частотах 1150-1610 МГц. РЭП может воздействовать одновременно на 4 канала управления дронами и на 2 канала радионавигации дронов. Представлена всенаправленная антенна, которая действует на 1,8 км. И направленного действия антенна, которая работает до 3,6 км. Соответственно, пеленгатор, который определяет местонахождение, координаты и направление беспилотных летательных аппаратов. Данная система очень эффективна против небольших беспилотных летательных аппаратов, работает полностью в автоматическом режиме и предназначается для особо важных защиты, для особо важных объектов. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.